Работники сельского хозяйства отметили свой профессиональный праздник. В этот же день завершила свою работу российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2016». Всего в форуме приняло участие более 2500 участников из 63 регионов России. Официальная делегация Чувашской республики приняла участие во всех основных мероприятиях деловой программы, в том числе в агробизнес-форуме «Факторы устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности. Вчера, сегодня, завтра». По традиции, в рамках выставки состоялись ведомственные конкурсы. Сельхозтоваропроизводители из Чувашии представили на суд жюри более 50 различных изделий. По итогам дегустации предприятиям Чувашии присуждена 51 медаль, 24 золотых, 19 серебряных, 8 бронзовых и 2 благодарности за выпуск качественной продукции.